В Днепре суд наконец-то избрал меру пресечения одному из участников перестрелки на проспекте Гагарина 24 июля. Давида Побелера обвиняют в незаконном ношении оружия. По этой статье его арестовали на 2 месяца. Впрочем, если за него внесут залог, 128 тысяч гривен, Побелер выйдет на свободу. Сегодня же бабушкинский суд должен был избрать меру пресечения по другой, более тяжкой статье – умышленное убийство, которое не предусматривает залог. Но сделать этого опять не смогли. В очередной раз подозреваемому стало плохо, и его госпитализировали. У підозрюваного є можливість внесення застави, визначеної судом, а крім того, він підозрюється також у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, співучасть у вбивстві 2 осіб на території України. Тому ми будемо просити в суд в рамках даного кримінального провадження обрати також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але без визначення застави. Ми будемо оскаржувати в першу чергу це ухвалу суду. Согласно которой? Да, согласно которой был арестован Побеляр Давид Валерьевич.